Капитана датского порта, вероятно, свидетеля взрыва северных потоков, заставили молчать о том, что он видел накануне диверсии. О возможном давлении на свидетеля в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Дипломат привела цитату из расследования причин взрыва на северных потоках, опубликованном датскими журналистами. Из него следует, что капитан островного порта Кристиансе Йонанкер Нильсен меньше чем за неделю до диверсии видел в экономической зоне Дании американские военные корабли с выключенными транспондерами. Захарова обратила внимание на этот факт и задала вопрос западным следователям о том, допрашивали ли этого свидетеля. Вдумайтесь, меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно орудовал в исключительно экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы, отметила она. Ранее Захарова заявила о наличии доказательств, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов.